блокчейн в промышленность. Профильный блокчейн-консорциум для предприятий хлопчатобумажной промышленности создала американская компания The Seam на основе проекта IT-гиганта IBM Hyperledger Fabric. Как отметил генеральный директор компании The Seam Марк Приор, новая технология может в корне преобразить хлопчатобумажную промышленность. Целью представленного проекта является создание глобальной логистической и торговой экосистемы индустрии переработки хлопка.